Настроение положительное, что уже все соскучились, в принципе, по тренировкам. Сейчас пройдем медосмотр и уже приступим. Насколько вот вы с нетерпением ждете матчей? Но учитывая, что прошлый сезон вообще получился скомканный, и последняя игра официально у меня была в январе, поэтому, конечно, с нетерпением жду сезон, жду игр. Тренируюсь дома, в Питере, поэтому катался и играл, тренировался, грубо говоря, готовился по полной программе к сезону. Все хорошо, хороший отпуск. Слетал, отдохнул и готовился к сезону. Перейти в такой клуб – это очень большая честь, надо доказать, что достойно этого. И все, и только с клубом уже как можно больше успеха добиваться. Хватает и молодых, и опытных ветеранов тоже есть. Так что я думаю, что нам все по силам. Все положительно, все хорошо. И разместился, поселился. Все нормально, все, рабочий процесс начинается. Уже несколько лет готовлюсь по своему плану. У меня есть определенный план подготовки, своя система. И отдохнул, набрался силы и все, готов к работе. Я хочу помогать команде добиваться поставленных целей, выигрывать каждый матч, чтобы мы выигрывали команда.